стамляюся вітать усіх, хто штотыдня складае нам кампанію па дарожах па краіне. А значыцца, не страчвае магчымасць пабачыць мясціны, да якіх сам, магчыма, ніколі б і не дабраўся. Няхай і завочна, але пазнаёміцца з людзьмі, якія з'яўляюцца нашымі з вамі землякамі. Гэтым разам нас чакае фальклорная экспедыцыя за нумарам 518, і мы рушым наперад у мінулае Гродзенскай вобласці. И не зважаючи на змельнивое надворье, проезжаем 266 километров, доезжаем до вёски Матвеевцы, что в Волковыском районе. Тут нас сустрели чараўніцы из одноименного ансамбля, и они покажут фрагмент веселья, связанный с дарэннем. Я буду оглядать мясовость у пошуках оцалелых светков даўнішніх падзей. Теперь аж самый час глянуть, кто уже рыхтуется на ново афарбовывать даўнішнюю песню. Гэта композитор Сергей Сухамлин и спявачка Валерия Азаранка. Валерия Сяржук, витаю вас. Витаю, Оксана, витаю всех, кто бавит гэты час разом с программой «Наперад у минулое». У працы композитора есть шмат приемных моментов. Например, когда до тебе приходит спявачка, с якой уже працавал. Як гэта адбываецца, зараз даведаемся разам з вами. Ну, вы ведаеце. Традыцыйна не толькі паслухаем, але ўсё ўбачым на свае вочы. Наперад, сябры. Лерчка, здравствуй, тебе вот досталась песня. Что ты о ней думаешь? Здравствуйте, Сергей. На самом деле, невероятной красоты песня. Надеюсь, что она пополнит мой репертуар. Валерия Азаранка – солистка Могилевской областной филармонии, солистка духового оркестра при областном управлении Министерства надзвычайных ситуаций. Все лето представляла Могилевскую область на фестивале «Александрия» у межах гала-концерта «Есть на что поглядеть». Гостики зазваные, собранные, близкие, далекие – просим вас дозволу от батьковского крыла с новыми столами наших молодых привитать, счастья доли им пожадать. Молодая жонка и пригожа, и стройна, и господар подстать жонцы. Полюбуйтесь на их, первая пара молодых. Ой, как тут у нас все смачно, пригожа. Але сегодня у нас вино не солодкое, а горкое. Горка! 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 Вышла замуж молодою, ой-ой-ой! Вышла замуж молодою, дай сустрелась с бядою, а зязюля все кое. Вышла замуж молодою, дай сустрелась
справилася з бядою, а зязюля все кує. Ані ложки, ані миски, ой-ой-ой. Ані ложки, ані миски, повесила дві колиски, а зязюля все кує. Ані ложки, ані миски, повесила дві колиски, а зязюля все кує. Треба шити і варити, ой-ой-ой. Треба шити і варити, я не вмію все робити, а зязюля все кує. Треба шити і варити, я не вмію все робити, а зязюля все кує. Пяку хлеб, ён ліпкий, ой-ой-ой. Пяку хлеб, ён ліпкий, вару борщ, ён рэдкий, а зязюля все кує. Пяку хлеб, ён ліпкий, вару борщ, ён рэдкий, а зязюля все кує. Як і обіцяла, будемо разом знайомитися з оцалілими фактами з історії Матвіївця Волковиського району. Так науковці лічать, що назва вёски пішла від веснового обрядового свята – Матей. Існує ще одна версія, згодна з її назвали вёску у гонор надто умелого і працавітого коваля Матвія, кузня якого знаходилася неподалек. А тутешие жыхары распавялі нам, што раней матвеяўцы называліся кабыляки. З верасня 1915 года вёска была акупіравана войскамі кайзераўскай Германіі з 19 па 20 пад Польшай. З 1 студзеня 1919 матвеяўцы ў складзе БССР. Трэба сесці на кажух, каб здаровы быў ваш дух. Каб жылі багата, і каб дзетак вас было хутчэй пабольш. Сядайце, маладзенькія, на наш кажух, на калматы, ды прыгожы. Каб жылі заможна вы, багата, каб здароўем поўнілася хата. Сыпце зерне на маладых, каб заўсёды было дабрабыт у іх. А яшчэ маладому зярняткі ў кішэні. Бо ў народзе кажуць, колькі зярнятак ў кішэнях, столькі будзе і дзіцятак. А дзе ж гэта мой сваток падзеўся? Вось я тут нясу рушнік для нашых маладых. Як будзем павязваць, доўга чы коратка? Увесь завязай, увесь. Каб багато было і дачок, і сынов у іх. За рукі взявшыся два роды, вакол іх водзяць карагоды. Так адбываецца яднанне. За новы лад і за каханне. Род маладога, становіцеся з боку маладога. Маладой, становіцеся з гэтага боку. Ну што, маладыя, а зараз давайце згуляем нашу ваўкавыскую падушачку. Подушечка, подушечка моя пуховая, девчиночка, девчиночка моя молодая. На кухню, кого люблю, того поцелую, пуховую подушечку тому позарую. Ну давайте, молодые, становитесь на колени на подушечку и целуйте друг друга. Надолго вяртаемся з Матвеяўцаў Ваўкавыскага района ў Мінск. Вясельны абрад, фрагмент якога дарэння мы занатавалі, мясцовы, запісаны ад Стэфаніды Сцяпанаўны Гушы 1919 года нараджэння. Рытуальныя дзеі досыць вядомыя і багата дзе распаўсюджаныя. Зернем абсыпалі маладых на дабрабыт і багацце, рукі звязвалі, каб усё жыццё разам былі. А ў нашай студыі гуказапісу акурат зараз, таксама ў цесным творчым кантакце, працуюць над аздабленнем народнай песні композитор Сергей Сухомлин и спевачка Валерия Азаренко.
посадила кустик мяты, а тая мята звяла, а тая мята звяла. Сергей, давайте, может быть, добавим немного многоголосия, чтобы песня звучала полнозвучнее. Хорошо, так и сделаем. Лерочка, вот я знаю, что ты прошла путь от юной певицы до профессионалки, которая работает в филармонии. Что дает филармония молодому исполнителю? Ну, знаете, я очень рада, что в свое время, в юном возрасте, пришла в филармонию, так как наша администрация, наши коллеги поддерживают подрастающее поколение и дают все возможности для реализации нашего потенциала. Не убивает ли это личность? Личность ни в коем случае не убивает. Меня это научило быть собой. Образ выбран полностью мной. С репертуаром, конечно, бывает такое, что нам предлагают, но мы только за, потому что как раз-таки пополняет наш репертуар, мы развиваемся с разных сторон. Батько, маті, благословіться молодих. Благословляю вас, діти, на довге життя, на добре здоров'я, каб жили згодно, один одного уважали. Живіть в згоді. І сідайте за стол. Сідайте за стол. А тепер усіх запрошаю потанчить м'ясовую польку. Маті, батько, де ви? Мені казали, що ви вельми добре танцюєте цю польку. Покажіть нам. Добре танцюємо. Ми тут, зараз покажемо. А ви, гостики, разом з нами потанцюйте. Музиканти, резні польку, нашу м'ясовую. Валка, вискую. Запрошаем всех до столу! Мы у Матвеевцах ля Волковыска. Что захавалося с наибольш ранних звесток про историю вёски, диктуя, что в 1796 году она належала Михалу Грабовскому, генерал-лейтенанту войска у Речи Посполитой. Михал Григор Грабовский разом с братами Павлом и Яном Ежи брал удел в створении диссидентских, Тарунских и Слуцких конфедератов и гайдамаков. Был призначен послом на Сойм 1784 года. У 1778 Грабовские засновали кальвинский сбор у Изабелине. Грабовский – шляхетский род, ведомый с 15-го стагодия. Особные галины роду отрымали графский титул у Пруссии и России. Горка, молодые! Горка! 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 Ой, сваток, потанцевали мы с тобой, поспевали, выпили, закусили. Ну, треба ж молодых одарить. Батьку, мать, что будете дарить молодым? Мы будем дарить долгим життем и здоровьем. С добрым счастьем, долгим веком. А я, мои дороженькие, дару вам збаночек, каб у вас было 10 дочек. А я дару 2 ганучи, каб вы завсёды жили у кучи. А я дару обрус новый, каб вы были здоровы. А я дару, поважанная, поленца, каб молоды молодую целовал у коленца. Thank you.
еще раз припиняем наше гостевание на веселье у Матвеевцах Волковыского района. Варто зазначить, что тутейший весельный каравай является историко-культурной каштовностью. Для невесты его упрыгоживали шишками, кветками и птушками, для хлопца – зубчиками. Традиционно у пятницу святковали у хате молодой, у субботу и шли до жениха. А у вогуля гости приходили до той поры, покуль батька пустую флягу на плот не вешал. Гэта был знак. Досыть болявать. Мы ж с вами мусим зернуть, як святочно прибирают записанную у Матвеевцах песню композитор Сергей Сухомлин и спявачка Валерия Азаренко. Ой, чим я тебе, моя мамка? Ой, чим я тебе, мамка? Но мы записали с тобой почти всю песню. Вот, еще меня интересует, тебе легче, приятнее работать индивидуально либо в группах? Ну, я скажу так, что мне приятнее работать. А работать в группе, работать в коллективе, работать в дуэте – это всегда опыт. Люди – это опыт, а опыт – это классно. Понятно. Но в дальнейшем ты бы хотела быть сольной исполнительницей, либо же участником какого-то ансамбля? Я бы хотела, чтобы в дальнейшем у меня была свобода действий, чтобы я могла быть и сольным исполнителем, и быть в дуэте, и в трио, и в ансамбле, и делать все, что душе угодно. Дякую вам великі за подарунки. І я хочу вас почастовать у гэтым караваем. Почастуем вас караваем. Ды не просто караваем, а караваем с печеным. По рецепту наших бабуль. Символом добробыту, добрыни, багаття, поєднання і протягу роду. А головне – символ, який програмує життя молодої пари на добрий лад у будучим. По традиції каравай резали на 4 кавалки. 2 кавалки віддавали молодим, а остатнім частували батьків і гостей. Чувствуйтеся, галераска! Працягваем з цікаўнасцю гартаць старонкі летапісу вёскі Матвеевцы Волковыскага района. Пэўны час фальварак Матвеевскі належаў татарам, братам Шараевым. Фальварачны двор быў прадстаўлены 6 добротнымі гаспадарчымі і службовымі будынкамі з цэглы і буту, а таксама вялікім дваром і брукаванай дарогай. Мелі паны 2 спиртзаводы, лесапілку, млын, пасеку, маленькую электрастанцыю і цагельню. Хворых лячылі панскія дактары. Дагэтуль захаваліся каменныя пабудовы, якія выкарыстоўваюцца і па наш час. Яны з'яўляюцца ўзорамі мацунку і даўгалецця. Пойдзе ў нашым сялі свадьба будзе. Гэй! У нашем сяле свадьба будет, комар муху сватать будет у нас. Ой, ды комара муха любила, гей, гей. Комара муха любила, горелкою напоила пьян. Ой, да я на ягу напоила, гей, гей. Я на ягу напоила, до травины привязала стой. Ой, ды комар злости як набрался, гей, гей. Комар злости як набрался, от травины оторвался учок. Ой, ды полетел ён на дубочек, гей, гей. Полетел ён на дубочек, на зелененький листочек сел. Ой, ды сходилася шура-бура, гей, гей. Сходилася шура-бура, комарушка с дуба сдула впал. Ой, да упал комар и не дыша, гей, гей. Упал комар и не дыша, ручкой-ножкой не колыша сдох.
Ой, да прилетели, да две мухи. Гей, гей, прилетели, да две мухи, взяли комара под руки, устал. Ой, да повели его в долину. Гей, гей, повели его в долину, положили у могилу лег. Ой, да поховали близ дороги. Гей, гей, поховали близ дороги, видны руки, видны ноги, весь на виду. Ну что, час до дому уже, сваток, бо уже выпитый мядок, и матуля все чакая, столы, лавы застилая. Дякую за хлеб, за ласку вам. Ну что, громада, пошли за мной, хай молодые отпочивают. Спасибо большое за то, что приняла участие в нашей программе. Что оставила эта песня в тебе после записи? Кучу невероятных эмоций, кучу опыта, потому что для меня это тоже что-то новенькое. Хорошо, спасибо большое за то, что приехала к нам. Желаем тебе удачи. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам. Вось и застается у минулым процесс надания нового гучания народной песни и наша с вами вандровка у Матвеевцы Волковыского района. Уже зараз слухаем, как загучить «Я по садику ходила», дякуючи намаганиям Сергея Сухомлина и Валерии Азаренки. Я ж призначаю споткание про стыдень. Проедемся по краине у пошуках выбитных людей и слынных мястинов. И не забывайтеся, все понтаны могут потекаться обрадами и песнями у нескороченном варианте на нашем YouTube-канале. Вось по гэтым адресе. Завидывайте, я вас чакаю. Вяла, а та я мята свяла.
Співаємо. Прості музлом завежу, потім її розв'яжемо. Весілля. Здоров'я, щастя вам. Нам після цього випити. Співаємо. Какой второй вопрос там? А, понятно, хорошо. А у меня пропал звук. Ты ушла от этого вопроса.